К этому трюку два профессиональных кантоходца готовились несколько лет и, наконец, смогли воплотить свою дерзкую мечту – перейти пропасть над водопадом Виктория. Растянувшийся более чем на 1,5 километра, он низвергает потоки воды в ущелье глубиной около 120 метров. 26-летний немец и 34-летний австриец несколько месяцев добивались разрешения от властей Зимбабве на то, чтобы протянуть 100-метровый трос между стенами ущелья. Местное население называет водопад «гремящий дым» за шум и пелену брызг, поднимающуюся над потоком. Именно они стали самым серьезным испытанием для кантоходцев, которые не раз теряли равновесие, но все же смогли удержаться на веревке и завершить свой трюк. Она бьет по лицу, и это пугает и отвлекает, потому что необходимо четко видеть обстановку вокруг, фокусироваться на конечной точке и не отвлекаться на летящую в тебя воду, что очень сложно. Видимость очень осложнена тем, что брызги налетают со стороны, будто волны, и пытаются сбить тебя, добавляет Райнхард Кляйндл. К тому же все промокшие вещи становятся очень тяжелыми. По образованию Ирмлер и Кляйндл – экономист и журналист. Ранее они покорили несколько европейских ущелий.